Согласитесь, удобно всегда иметь свободное парковочное место около дома и знать, что на нем стоит только ваша машина. Облегчить себе жизнь таким образом решили жители дома номер 10 по улице Булатниковская. Даже когда стоянка пуста, никто из автолюбителей не может припарковать свою машину на общественной территории, потому что подняты парковочные барьеры. В результате проверки данного обращения, значит, факт нарушения подтвердился. Собственником, в отношении собственника транспортных средств будет возбуждена административная деятельность по установке незаконных объектов. Штраф обязательно будет выписан за незаконную установку столбиков в отсутствии согласования. Наталья Буслаева, Алексей Иванов, «Видное ТВ».